Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом уроке я хочу вам показать модуль «Просмотренные продукты», также очень популярный модуль среди магазинов. Как правило, данный модуль располагается ниже под продуктами, и продукты здесь появляются только тогда, когда вы действительно перешли в какой-то продукт, просмотрели его, зашли в другой продукт и так далее. И эти продукты будут отображаться вот здесь. Например, вы много гуляли по магазину и забыли, например, где находится товар, где вы были первоначально. В просмотренных продуктах можно сразу определиться и по клику, например, по изображению перейти в тот товар, который вы ищете. Давайте вот такой модуль установим к нам. Переходим в админку нашего сайта, переходим в расширение, менеджер расширений. Открываем дополнительные материалы и находим там вот такой вот модуль. Перетаскиваем сюда. Загрузить и установить. Модуль успешно установился. Переходим в расширение менеджер модулей. И вот он у нас тут наверху. Заходим внутрь. Как-нибудь его называем. Состояние опубликовано. Позиция здесь у нас InterButton. Так она вот называется. Давайте найдем ее здесь. Сначала найдем наш шаблон. Вот заголовок его. И теперь ищем позицию. Вот она, видите, InterButton. Выбираем ее здесь. Привязка к пункту меню. Выбираем только на указанных страницах. Кликаем здесь «Нет». И выставляем только на категории продуктов. У меня тут всего одна заполнена, поэтому я выставляю одну. Итак, давайте теперь рассмотрим настройки. Макет списка. Вертикально или горизонтально. Выставляем горизонтально. Количество продуктов. Сколько? То есть максимально отображать количество просмотренных продуктов. А я выставляю 4. Ширина и высота блока. Ширина у меня 170. Высота блока 250. Если просмотренных продуктов нет, что выводить? Вот здесь вот текст сообщения. Можно вписать. Движемся дальше. Имя заголовка показать. Формат имени. Можно выбрать что-нибудь. Я поставлю тег P. Обрезать заголовок, да. Есть ли товар в наличии, показать или нет. Ставим показать. Цвет текста не трогаем. Фон в наличии. Выставляем зеленый, например. Фон нет в наличии, а оставляем красный. Стоимость. Ставим показать. Цвет текста стоимости. Можно поставить красный. Скидка показать. Изображение продукта обязательно ставим показать. Выравниваем изображение, выбираем по центру. Изображение как ссылка, да. Высота изображения поставим 90 пикселей. Нажмем сохранить. Идем на сайт, обновляем страницу. Так, переходим в товар. Просмотренных продуктов нет просмотренных продуктов. Сейчас все нормально. Давайте зайдем в какой-нибудь продукт. И у нас он тут же появляется здесь. Но у нас здесь есть небольшой косячок со стилями. Это все из-за шаблона. Видно, что здесь блок уезжает. И вот здесь у нас непонятно что. Вы переходите в папку с уроком. 35 урок. Заходите в папку, открываете здесь текстовый блокнот код КСС. Копируете все содержимое данного блокнота. Переходим в модуль. Кликаем вот здесь вот КСС. Bootstrap КСС включаем в положение «Да». И вот в это поле размещаем данный скопированный код. Данный код поправляет вот эти вот косячки, чтобы у нас выглядело все хорошо. Нажимаем «Сохранить», идем на сайт, обновляем страницу. И у нас все равно еще остается вот здесь вот небольшой косячок. Вылазит блок слева, да? Вы открываете тот же блокнот, копируете вот такой кусочек кода. Он как раз исправляет данную ситуацию. Опять заходим в модуль на вкладку «КСС». Ставим курсор, Enter, Enter, и вставляем данный код. Нажимаем «Сохранить», обновляемся, и у нас здесь есть теперь некий отступ. Теперь у нас смотрится все нормально. И вот я походил по продуктам, и туда, куда я зашел, они отображаются здесь, просмотренных. Переходим на вкладку «Дополнительные параметры». Здесь нужно скрыть на страницах, на всех, кроме категории и товара. Данный модуль не подразумевает отображать просмотренные продукты на других страницах.
Поэтому вы кликаете в пустое поле, и мы скрываем страницы там, где он выводиться не должен. Оставляем категории, форм. Дальше скрываем, скрываем, скрываем. Продукт. То есть на странице продукта оставляем, а на всех остальных мы скрываем. Нажимаем сохранить, обновляем страницу. У нас в товаре видно. Переходим на главную. Здесь не видно. Переходим в продукты. Здесь также отображается, так и должно быть. Еще можно попробовать вот так отобразить. У меня вот эти блоки были слишком широкие. Я выставил 6 отображать. То есть, смотрите, на первой вкладке вот здесь я выставил 6. А ширину блока сменил на 110. Возможно, так будет лучше смотреться. Модуль у нас полностью готов. На этом я заканчиваю данный видеоурок и увидимся в следующем.